Картина повествует о судьбе молодого человека, покинувшего родной аул в поисках лучшей доли. В мегаполисе герой попадает в сети радикалов, обрывает связь с близкими, не разделяющими взгляды так называемых братьев и сестер. Но в итоге оказывается главным пострадавшим. Переживания актера сегодня разделили студенты колледжей и вузов. Фильм, направленный на очищение сознания приверженцев нетрадиционного ислама и недопущение распространения искаженных идей в среде молодежи, снят по специальному заказу Управления по делам религии. За работу взялись шымкентские режиссеры. Актюбинцам лента обошлась в 6 миллионов тенге. По информации чиновников, в скором времени фильм будет показан во всех районах области. Также в следующем году запланирован показ двух тематических спектаклей. Вот, конечно, фильм очень актуален на сегодняшний день. Думаю, что основная категория – это молодежь сейчас у нас в зале. Также приглашены студенты всех колледжей, всех вузов, а также директора школ, заместители по воспитательной части. Кроме того, начальники и руководители государственных органов, прокуратуры, неправительственные организации. В общем, 406 человек сегодня. Религиозная ситуация в области сегодня стабильная, рапортуют чиновники. В течение последних полутора лет силами профессиональных теологов к нормальной жизни возвращены 332 актюбинца. Ведется последовательная работа еще с 2000 последователями нетрадиционного ислама. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».